это дядя Фима со своей женой Розой пришли до врача. И говорит, пойдемте. Заходят они в кабинет. Врач говорит, что вы вдвоем? Кто из вас болен? Говорит, вот мой муж Фима, вы тогда подождите за дверью. Проходите, пожалуйста. Что у вас случилось? Говорит, вы знаете, доктор, у меня там в заднице нехорошо. Ой, а что там может быть хорошего? Не, ну оно все время болит, оно все время мне мешает. Я ни сидеть, ни лежать, ни стоять не могу. Что-то такое, знаете, вот плохо себя чувствую. Он говорит, ну давайте, снимайте штанишки, посмотрим. Посмотрел, ого, понятно, у вас геморрой. Что? Так какая разница? Давайте я вам сейчас выпишу. Значит, вот, пожалуйста, выпишу вам свечи. Купите свечи, будете принимать. Хорошо, доктор, спасибо. Доктор, я прошу прощения. Вы скажите, эти свечи, они в любой аптеке есть? Говорит, да, в любой аптеке можете купить. Ага, спасибо, доктор. Доктор, я прошу прощения. Скажите, а вот это только такие свечи? Или есть какие-то, может, еще другие? Нет, вот эти, что я вам выписал, вот эти берите и принимайте. Ага, доктор, спасибо. Доктор, я прошу прощения. А вы скажите, пожалуйста, а вот это вот только у меня такая болезнь? Или есть много у людей? Это много у людей есть? Ага. И они все принимают? Они все принимают свечи? Ага, хорошо. И мне то? Да. Ага, хорошо. Он выходит за дверь. Раз. Жена его, Розочка, встречает, говорит, ну что, Фима? О, приписал мне свечи. И говорит, что вот это оно мне поможет и перестанет там болеть. Говорит, а ты спросил его, как их принимать? Ой, Роза, я не спросил. Так пойди спроси! Он возвращается, доктор, спросите, пожалуйста, а скажите, как эти свечи принимать? Фух, в задницу вставлять. Что? В задницу вставлять! Извините, доктор, выходит за дверь, Роза его встречает. Ну что, ты узнал? Он, по-моему, на меня обиделся. Парень с девушкой там встречались, ну, уже там конфетно-букетный период уже подошел к концу, и он говорит, ну что, может, давай? Она говорит, я не могу, причем по трем причинам. Он говорит, по каким трем причинам? Ну, во-первых, я еще девочка. Во-вторых, мне мама запрещает. А в-третьих, у меня всегда после ебли так голова болит. Ирочка, вы же такая красивая, молодая девушка. Вы же просто прелесть. Ну да. А почему у вас нету своей машины? Ой, я не люблю, я и не умею ездить за рулем. И вы все время пользуетесь такси? Да. А вы не боитесь, там вот это чужие мужчины вдруг начнут приставать? А я им сразу говорю, я еду к венерологу. Дедушка приходит на избирательный участок, на выборы, и говорит, я прошу прощения, а вы не могли бы посмотреть, жена моя уже проголосовала? Он говорит, да, как фамилия? Он говорит, фамилию сказала она, да, да, проголосовала, вот ее подпись. А вы что, не вместе живете? Да нет, она уже умерла 15 лет назад. Но на каждые выборы приходит и голосует. А я не могу ее никак заставить. В одном царстве, государстве у красавицы принцессы зуд начался. Зудит все, соски зудят, попка зудит. Писька зудит, все зудит. А конюх Иван смотрит, говорит, эх, как бы мне вот это зуд ей снять. И тут лекарь один появляется и говорит, что, Ванька, хочешь помочь царице? Говорит, ну, хотелось бы. Говорит, сейчас я все сделаю. Но только ты ж будь обходительным. Только говорит, да, лекарю, конечно, конечно, лекарю. Ну, лекарь приходит и говорит, царь, знаю, как недуг снять с принцессы. Говорит, как? Говорит, есть у нас конюх Иван, слюна у него здравительная. Оближет вашу принцессу, все как рукой снимет. Тут, давай сюда конюха! Призвали конюха. Конюх принцессу лижет, 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 все слезал. А тут порошочек добавил. Ну и все прошло у царицы. Все, принцесса, класс. Приходит лекарь до конюха,
за расчетом, а Коня говорит, а иди броди. Ах так, подумал лекарь, взял этого порошочка и в штаны царю засыпал. Так что не надо обижать лекарей, не надо. Жена возле зеркала так крутится и так посмотрит на себя, и так, говорит, слушай, какая-то я толстая, жирная, некрасивая, поворачивается, муж газету читает, говорит, Коля, ну скажи мне что-нибудь приятное, ну утешь меня, что приятное, да что-нибудь, ну как-то, ну что-нибудь во мне есть же хорошее, говорит, ну есть, зрение у тебя охуенное. Мужик идет, вдруг его встречает незнакомец и к нему обращается. Простите, пожалуйста. Не подскажете, где здесь школа для заик? Тот на него смотрит и говорит, нахуя тебе школа, ты и так нихуево заикаешься. Поликлиника, очередь, все, выходит врач и так говорит. В связи с законом о сохранении личных данных мы не имеем права вызывать пациентов по имени. Поэтому мужчина с сифилисом, зайдите. В публичный дом приходит такой старикашка, ну вообще там лет 85 такой, еле дышит, такая, здравствуйте. Бандаша на него смотрит и здравствуйте. Мне женщину в пятый номер, 3. Она говорит, девочки, ну давайте быстренько к нему. Они раз заныривают, выбегают, разрумяные такие. Он выходит, еще 3. Давайте, девчонки, они опять, еще раз 3. Опять выходят все разрумяненные такие. Еще 3. Он думает, ничего себе, еще 3. Опять и те разрумяненные выходят, довольные такие, счастливые. Сама бандерша не выдерживает, заходит в номер и говорит, «Китуля, вы такой, скажем, в возрасте, как вам так удается?» «Ай, доча, в прошлом году меня удачно парализовало!» Муж с женой жили 15 лет, ну и пришли к психотерапевту. И жена говорит, ну я невозможно, это не, это... и она все время о своих проблемах житейских, она говорит, 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 врач так слушал, слушал. Встает, взял ее, поднял, обнял, так и в засос. Так. Она такая обомлела, блин, села, сидит молча. Он мужу говорит, вот видите, вот это надо делать хотя бы 3 раза в неделю. Там, допустим, понедельник, среда и пятница. Муж говорит, ага, понял. Ну, смотрите, в понедельник и в среду я могу ее к вам привозить, а в пятницу у меня рыбалка. Встречаются 2 друга. Один говорит, привет, Володька, как дела? Да, жена с горлом ангина, никак не могу вылечиться. Тут говорит, да, лажа какая. У меня тоже на прошлой неделе была ангина. Так с женой занялся сексом, все сразу как рукой сняло. Да ладно, а твоя жена дома? В травмпункте врач диктует медсестре, говорит, пишите, у пострадавшего черепная травма. Она так, не черепная, а черепно-мозговая. Да какие у него мозги, если он на день рождения своей жены с любовницей пришел? Приходит такая женщина, приводит с собой вот такого здоровенного лоботряса сына и к доктору обращается. Говорит, здравствуйте, доктор, вы понимаете, у моего сыночка что-то с писенькой не в порядке. Говорит, хорошо, раздевайтесь, показывайте. Тот распрягается, достает член, доктор смотрит, угу, говорит, шанкер, все ясно. И говорит, мамочка, значит так, с сегодняшнего дня мы писеньку называем хуем и будем лечить сифилис. На призывном пункте лейтенант заходит и говорит, товарищ полковник, тут призывник Сидоров говорит, что у него отит, бронхит и менингит. Полковник говорит, пиздит? Да не, пиздит-то нет, парень все-таки. Мужик приходит к проктологу, говорит, доктор, вы знаете, плохо себя чувствую.
Говорит, молодой человек, на то мы здесь и сидим, чтобы делать вам хорошо, лучше. Давайте раздевайтесь, посмотрим. Тут раздевается, говорит, наклоняйтесь, глянем, что там у вас. Ой-ой-ой-ой, ну ничего страшного, молодой человек, все нормально. У вас там на входе просто маленькая трещинка. Он, доктор, на выходе, Господь Бог решил навести порядок в нашей медицине, спустился на землю и в образе врача, значит, в кабинет заходит, а перед кабинетом очередь такая, говорит, заезжайте. И чувак на коляске, значит, инвалид заезжает, он заехал, тот возложил на него руки и говорит, вставай и иди. Ну, тот встал, выходит в коридор, а все спрашивают, ну, как там новый этот врач? Так, как и все. Даже давление не померил. Приходит пара молодая относительно к врачу и говорит, доктор, вы знаете, вот 8 год уже живем, и как-то детей нема. Что делать? Говорит, вы знаете, а вы позы меняли, пробовали? Говорит, да, пробовали. Угу. Вы знаете, в этом случае нужен момент неожиданности. А вы вот попробуйте, когда вот жена не ожидает, и в этот момент раз, и вот момент неожиданности зачастую дает положительный результат. Ну, проходит какое-то время, там встречает он этого молодого человека с женой, ребенок с коляской, говорит, опа, это вы, да, дети, да, а как же ж так? Воспользовались моим советом? Он говорит, да, доктор воспользовался. Говорит, ну и как? Говорит, вы знаете, как-то так вот получилось. Жена наклоняется в холодильник за йогуртом, а я сзади раз ее и есть. Говорит, ну и как? Она не ожидала? А что она? Весь супермаркет охуел. Друг приходит к другу, узнал, что он в больнице. Заходит, а тот такой весь переломанный, в гипсе лежит, он говорит, Коля, а что случилось? Говорит, меня жена бросила. Так что, из-за этого надо было с 5-го этажа выбрасываться? Ты что, не слышишь? Я ж сказал, не ушла, а бросила. Фиму в больнице везут на операцию. И вдруг он срывается с носилок и убегает. За ним погоня, такие медсестры, все останавливают, его ловят. Говорит, Фима, что такое, куда вы бежите, вам на операцию? Говорит, эта медсестра сказала, что это, успокойтесь, это операция несложная, это всего лишь аппендицит, это, чтобы чуть-чуть надрезик сделать. Говорит, ну так правильно, она вас успокаивала, она действительно несложная. Так она не мне говорила, она врачу это говорила. Мужик умирает, на смертном одре лежит, и жену подзывает, и говорит, дорогая, вот скажи, вот мне перед смертью, ну я должен знать, ты мне когда-нибудь изменяла? Она говорит, да, дорогой, 3 раза. Да? И когда было первый раз? А помнишь, ты умирал, и никто не хотел тебе делать операции. А потом главврач самой престижной больницы лично тебе сделал эту операцию. Спасибо, дорогая, ты тогда спасла мне жизнь. А второй раз, помнишь, ты хотел открыть дело, но никто не давал тебе кредит. А потом самый крупный банкир самого крупного банка дал тебе кредит в 2 раза больше, и ты открыл свое дело. Да, спасибо, дорогая, ты помогла тогда подняться, вот мы поэтому сейчас так хорошо живем. А третий раз, помнишь, на выборах тебе не хватало 56 голосов. Приходит мужик до врача и говорит, доктор, вы знаете, у меня проблема. Говорит, что? Не стоит на жену. Говорит, опа. Ну давайте, заведите сюда жену, а сами подождите за дверью. Тут выходит за дверь, пригласил жену. Доктор к жене говорит, раздевайтесь. Жена раздевается, он на нее посмотрел, говорит, ложитесь на кушетку, она легла. А ну, повернитесь на живот. Угу. А ну, встаньте, присядьте. А ну, наклонитесь так. Угу. Хорошо. А так ногу поднимите. Угу. А эту... Рот откройте.
одевайтесь. Та оделась, говорит, подождите за дверью, позовите мужа. Муж заходит, он говорит, у тебя все нормально. У меня тоже на нее не встал. Мужику врач сказал, что у него мужской силы осталось всего на 30 актов. Он приходит домой, ну и рассказывает жене, 30 половых актов у меня осталось мужской силы. Так врач сказал, он говорит, 30 половых актов, боже, как это мало. Слушай, нужно их аккуратно расходовать. Давай составим график. Он говорит, дорогая, я уже график составил. Тебя, кстати, в нем нет.